Известная латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, куда вместе с мужем и детьми приехала Алла Пугачева, сообщает телепрограмма. Почему артистка не встретила свою давнюю подругу, неизвестно, однако, по информации издания, Примадонне российской эстрады вместе с семьей пришлось добираться до особняка в Юрмале самостоятельно. Отмечается, что с 18 по 21 июля в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль Лайма. Рандеву, организацией которого занимается латвийская певица. Мероприятие посетят многие известные исполнители, среди которых два года назад была и Пугачева. На этот раз присутствие российской артистки на фестивале под вопросом. Примет ли Пугачева участие в концерте, пока неизвестно, пишет газета.ру. Ранее 5dfestivi.ru сообщал, что пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой. В сети появилось видео, на котором автомобиль певицы останавливается прямо у поезда для того, чтобы артистка могла тут же пересесть в вагон.